Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой канал. Присоединяйтесь! Из-за ветра я продублирую голос. Сегодняшнее видео будет сборной солянкой. Мы прогуляемся по набережной, заедем в порт и пообедаем в ресторане. В Болгарии отдых – это пляж. Как приятно выпить чашечку кофе, а может быть и не кофе, и наслаждаться морским воздухом. Одной из достопримечательностей набережной является вот эта скульптура. Когда видишь ее первый раз, кажется, что это Юрий Никулин. Но на самом деле это скульптура доброму человеку рыбаку, который держит в руках своих чайку. Мы переместились в порт, один из крупнейших грузовых портов Болгарии. Благодаря инвестициям в порту появились современнейшие терминалы. Также в сезон его площадка превращается в общественное место отдыха с большим количеством кафе и ресторанов. Здесь будет интересно не только взрослым, но и дети найдут чем заняться. Нагуляв аппетит, мы отправились пообедать в ресторан «Норман». В этом ресторане проходила наша свадьба, и мы решили его навестить. Мой муж очень любит стейк, приготовленный шеф-поваром. Ресторан «Норман» оппозиционирует себя как заведение высокого уровня обслуживания. Ну, соответственно, и цены здесь высокие. Получив счет, сумма составляла 82 лева, включая чаевые. День прошел замечательно, и мы счастливые отправляемся домой. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до скорой встречи. Пока-пока!